В Китае продолжают отмечать наступление Нового года дракона. В уезде Лошан, провинция Хэнань, тысячи людей собрались на новогоднее представление кукольного театра теней. Все об этой древней традиции в следующем сюжете. Под звуки гонгов, барабанов и традиционных китайских песен марионетки оживают в руках искусных кукловодов. Эти тени рассказывают зрителям истории об императорах и их слугах, о бравых воинах и мифических животных. Кукольный театр теней входит в список нематериального культурного наследия Китая. Поэтому в праздник весны тысячи людей приезжают в уезд Лошань, провинции Хэнань, чтобы насладиться этим древним искусством. Я в первый раз пришла на спектакль театра теней. Представление очень зрелищное. Мне кажется, всем в зале было интересно. Местные жители с теплотой вспоминают, как в детстве собирались на небольших площадках посмотреть шоу теней. В те времена выбор развлечений был небольшой, но в Лошане эти представления остаются главной традицией в праздник весны и по сей день. Китайский Новый год – самое оживленное время для нас. Если у человека сбылось желание, например, он заработал много денег, или в семье родился ребенок, или за этот год произошло любое другое счастливое событие, тогда люди приглашают труппу театра теней. Местные жители таким образом надеются привлечь удачу в новом году. Куклы для театра теней делают из натуральной кожи. Размером они могут быть от 20 сантиметров до 1 метра. Ноги, талия, плечи и локти таких марионеток изгибаются, а руки кукол изготавливают из двух частей, чтобы более точно имитировать человеческие движения. Это мастерство передается из поколения в поколение уже больше 4 столетий. И сегодня Лошаньский кукольный театр теней известен во всем Китае. Джоуи Синь, CGTN.